Санки пришли с небес. Вот в один день, вот я помню, как я ехал на электричке из Луги, там в Луге у меня были вот мои чады, я тогда ездил часто в этом направлении, и, разбирая свои картинки, придумывал, как их назвать. И я понял, что все, что я делаю, это санки.